Глава района заслушал доклад о деятельности комиссии в 2007 году. По словам докладчика, основные усилия были направлены на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования. На укрепление учебных заведений, детских домов и домов творчества было выделено. Установка ограждений 4 492 тысячи рублей. Установка АПС в школах 16 762 тысячи рублей. Установка и обслуживание КТС 894 тысячи рублей. Установка металлических дверей 184 тысячи рублей. Установка домофонов 32 тысячи рублей. В 2007 году в учебных заведениях района было проведено 252 учебные тревоги и тренировки. Проводились также и другие мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности жителей Солнечногорского района. План работы комиссии на первое полугодие 2008 года предусматривает противодействие терроризму в период проведения избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, проверку антитеррористической безопасности объектов массового пребывания людей, обеспечение безопасности летнего отдыха детей и общерайонных мероприятий.